6 января 2022 года Милан в рамках 20-го тура итальянской серии А принимал Рому и очень быстро повел с пенальти на 8-й минуте, который уверенно реализовал Жиру за игру рукой своей штрафной Абрахама. И уже очень скоро все тот же Жиру мог оформлять дубль, но после перехвата паса назад вратарю, хоть и обвел голкипера Ромы Патрисио, но попал в штангу. Хорошо, что мяч отлетел прямо на жуниора Месиаса, который был точен 2-0 в 17-я минута. Дальше все чаще в работе голкипер Милана Миньян. Но и он был бессилен, когда Абрахам подкорректировал дальний удар Пеллегрини, и уже 2-1 на 40-й минуте. Несколько слов про Мхитаряна. Генрих был очень активен, и именно он вполне мог сравнивать счет на 62-й минуте, когда пробил с лету, но Миньян среагировал. А на 74-й Рома осталась в меньшинстве. Карсдорп грубо сбил соперника возле линии штрафной и покинул поле из-за второго предупреждения. Милан и так владел инициативой, чего только удары Ибраима Диаса в перекладину и миллиметраж с дальней штангой стоят. А после того, как Милан заиграл в большинстве, да еще после выхода на поле Ибрагимовича, Россонери дожали Рому. Длинная передача, Ибра сбрасывает грудью на Леау, прорыв штрафную и точный удар. 3-1, 81-я минута. Уже в компенсированное время Рома и вовсе остается в девятером, когда Джанлука Манчини на 90+4 сбил своей штрафной стремительного Леау. Вышел бить пенальти Ибрагимович. Удар! Патрисио отбивает мяч. Так что правду говорил португальский вратарь Ромы, что изучил манеру пробития 11-метровых звездным шведом. Тем не менее, Милан побеждает 3-1, 45 очков набирает и приближается к лидирующему Интеру на расстояние всего одного пункта. Правда, у лидера на игру меньше. С вами был Саныч, до новых встреч.